осталась бы идея, которая имеет старые логические корни. Мы в большинстве случаев можем делать предсказания на основе так или иначе комбинированного старого опыта. И трудность состоит в том, что имеется некоторый набор параметров, которые сложились впервые, и мы оказываемся в царстве некоторых предположений. Есть ли в вашей практике какие-то методы набора, перебора, точнее, поисково-постовой мышечный аппарат, когда включается такой парадоксальный феномен в последнее время, часто обсуждаемый, что без элемента произвола в полном смысле этого слова, который не имеет как таблицы случайных чисел, никаких предшествующих связей, да. Мы не можем моделировать многие ситуации. Вот так вот с новым порталом у нас частично получилось. Да. Есть какая-то процедура перебора каких-то вариантов, которые отсутствуют? На самом деле здесь есть такой подход, который называется эволюционное суррогатное моделирование, простите меня за такое ругательство. Вот. Сейчас, ну, это калька, почти калька с английского, значит, там еще жестче, да. Ну, по крайней мере, у них лучше воспринимается. Но что это такое? На самом деле, это ситуация, когда мы имеем модель. Но наша модель сама по себе, по своей структуре, она не укладывается полностью в те данные, которые у нас есть. Ну вот, да, как бы мы, опять же, например, данные наблюдения новые какие-то, модель их не отражает, мы не знаем почему. И тогда в этой ситуации мы начинаем, я так аккуратно скажу, подстраивать эту модель, начиная отращивать от нее один отросток в бок, другой отросток в бок, причем с методами не основанными на знаниях предметной области, методами машинного обучения. То есть компьютер сам модифицирует. Вот давайте, давайте сюда что-нибудь добавим. То есть курочит ее специально, создает некую популяцию вот таких вот изуродованных моделей, почему называется эволюционный подход, а на основе уже этой популяции, он их даже может скрестить между собой, там 2-3 наиболее хороших, предлагает, вот давайте попробуйте эту, потом вот эту, потом вот эту. А если это даже не сработает, есть еще один подход. Называется он ансамблевое моделирование. Это то же самое, когда мы не можем сказать, какая из наших моделей лучше, но как предлагают хранить деньги, да, давайте купите в равных долях евро, рубли и доллары, и вы уж точно не прогадаете. Так вот здесь примерно то же самое. Когда предлагается, вы возьмите, пожалуйста, половинку вот этой модели, четвертинку вот этой, еще четвертинку вон той. И тогда у вас будет все хорошо. Вот как-то не смешно звучит, но обе этих процедуры, они имеют, на самом деле, серьезное математическое обоснование, они достаточно хорошо изучены. И вот таких слабо формализованных системах, где просто закономерности-то есть, но мы их не знаем, не можем их извлечь на основе тех фрагментарных данных, которые существуют, на основе тех гипотез, которые у нас есть. Вот подобного рода подходы, это, к сожалению, иногда бывает лучшим решением. У Андрея Алексеевича, и я все-таки, потому что я не услышала ответа на слово, после того, как его переформулировала, задала еще раз. Как я поняла, примерно об этом вы говорили, есть цикличные какие-то события, да, феномены, то, что вы изучаете системы сложные, да, и тогда понятно, что будет цикл, выехал утром на работу, поработал в другом районе, приехал, вернулся, вот цикл прошел. А есть какие-то линейные развивающиеся. Вот для линии, мода, оно тоже циклично, но у него может быть цикл существенно больше, и там повторение не полное. Вот можно предсказать, я хочу знать, что мне завтра изготовить, давайте в магазине, чтобы попасть, так сказать, в целевую группу, которая будет это покупать. Можно, но с элементом цикличности. Сейчас объясню. Значит, первый шаг. Вы строите модель только на основе тех гипотез и сценариев, которые родились у вас в голове. Почему я говорил, что сценарии закладывает предметник, тут никуда не деться. Вот. Если вы их хорошо заложили, прекрасно. Дальше. Вы начинаете ваш процесс аккуратно. Вы закупаете первую партию, маленькую, и приносите в ваш магазин. И продаете. А после этого вы смотрите, насколько данные, полученные вами после вот первого шага, отличаются от того, что выдала вам модель.
А там может быть два варианта. И опять же, математически эти вещи описываются достаточно хорошо. Первый вариант. Когда у вас отличие вот такое, и вы скажете, что-то у меня не работает, наверное, я должна вернуться на шаг назад и переформулировать гипотезы. А второе, это когда отличается, но не намного. С точки зрения модели, опять же, это формализуется. И тогда работает так называемая процедура усвоения, то, что называется data assimilation. Это когда модель по ходу, вот по горячим, берет текущие наблюдения, правит себя, и от этого становится точнее. На самом деле вся гидрометслужба уже лет 30 работает на основе таких принципов. Вот в социальных системах это тоже работает, но более сложно, потому что в социальных системах есть гораздо больше вещей, которые просто как бы ускользают от наблюдения, и вроде бы как бы делаешь усвоение, подтягиваешь ее, а после этого начинает давать модель нобелевские результаты, потому что что-то не учел. Но другого варианта, так чтобы вот волшебная палочка, что заложил гипотезу, нет. Потому что лучшее средство прогнозирования, на самом деле, это ум эксперта. Модель – это лишь возможность трансформировать некоторые эманации его ума в численной форме в конкретный осязаемый результат. Мы не берем на себя функцию эксперта. Да, архитектурно строительный университет. Архитектор по образованию. Я буду пробовать. Я хочу задать такой вопрос одновременно с высказыванием, который касается структуры принятия решений. Вот вы в конце сообщения сделали такой вывод для себя, что необходимо иметь суперкомпьютерную систему, дальше говорили об облаках и так далее. А, то есть вы помните, как я понял, то есть я правильно понял, к тому, что нужно стремиться создать ну, своего рода автоматизированную систему принятия решений. Хотя вроде бы довольно понятно, что и общеизвестно, даже я могу так сказать, что в реальной человеческой деятельности более эффективными системами принятия решений являются смешанные, комбинированные, когда используются модели отдельных процессов, фрагментарные. И на многих уровнях включается человеческое сознание, и процесс становится своего рода искусством. То есть во многом эвристическим и так далее. Да? А вот как вы можете отреагировать на эффективность тех затрат, которые уже сейчас тратятся, в том числе и вами, и прогнозируются вами как очень большие в перспективе? Рационально ли это с точки зрения теории принятия решений? Вы знаете, я полностью соглашусь с вашим утверждением. Мало того, я на самом деле и следовал этой логике, что, в принципе, видно из данного слайда. Но просто есть какие-то задачи, которые должны вертеться по всему городу в режиме 24/7, и тут никуда не денешься, и под это нужны ресурсы. А есть какие-то задачи, которые действительно может решаться децентрализованно. Он кардиологическая скорая, второй пункт внизу. Кому это нужно, кроме, собственно, сказать, нашего городского комитета по здравоохранению и соответствующих станций? Вот я бы сказал так, что вопрос с суперкомпьютерами поднимаем только по той причине, что хочется много всего и надолго. Понимаю, что это перспектива. В принципе, отдельные децентрализованные системы по разным направлениям, они есть сейчас. Но мой прогноз, что в ближайшее время все равно будет некий их сбор, по крайней мере, будет создано общее ядро, достаточно ресурсоемкое, которое будет отдельные системы обеспечивать. В чем специфика? Дело в том, что вот, опять же, вот если мы говорим про, вот вы использовали слово общеизвестный факт, вот есть второй общеизвестный факт о том, что сложные системы и вообще глобальные системы, они хорошо поддаются децентрализованному управлению, когда в них все хорошо идет. А вот как только у них начинается экстремальная ситуация и все плохо, они настолько сильно цепляются друг за друга, что нужно рассматривать весь комплекс в целом и никуда не деться. Потому, наверное, это и ответ, что хорошо, надо действительно иметь тот самый гибридный тип,
Но работать все вместе это будет тогда, когда это действительно нужно. Когда возникает критическая ситуация, никуда не деться. А так пусть занимаются сами собой. Можно еще один вопрос, связанный, но более часто. Поскольку я много занимался градостроительством, хотя я сам, например, не транспортник, но коллеги хоть и рядом. В принципе, существуют давно такие очень простые технологии разработки транспортных графиков, например, основанные на дешевом труде студентов, которые ставят на обследование на улице, и для этого не обязательно посмотреть себе из космоса и определять людность. Есть гораздо более экономные, опять же, способы решения этих задач. То есть, вроде бы, довольно важный вопрос, когда, ну, чтобы не забивать гвозди микроскопом, да, вот когда требуется компьютерное моделирование, а когда оно вообще может не требоваться. И таких случаев очень много. Много? Да. Но понятно, что всякие ученые хочет удовлетворять свое любопытство, как известно, за общественный счет. И поэтому профессионалы в вашей области, они, конечно, хотят и суперкомпьютеров, и внедрения максимального. Но с точки зрения, так сказать, гражданина, все-таки нужно в какой-то момент понимать, что можно сделать более экономно. Вы знаете, несомненно, и мало того, я даже когда показывал вот эту вот систему, почему тогда использовал фразу, что может объединять суперкомпьютеры и облачные сервисы и все прочее. В чем основное достоинство? Что она берет для работы только те ресурсы, которые ей реально нужны. То есть нету. Эта система сама по себе как бы является надстройкой в распределенной среде. Пожалуйста, есть суперкомпьютер, вот, например, коптит в соседнем вузе, небо, задачи нету. Пожалуйста, значит, система его подключает, эти ресурсы может использовать. Нужно больше ресурсов. Например, там беда какая-то случилась в городе, там из города встал, там пробки обсчитать. Пожалуйста, на день подключаем Амазон. Не нужно ресурсов, все нормально идет. Стоит сервер обычный, на нем все работает и все хорошо. То есть здесь как раз и решается та самая задача эффективного, энергоэффективного использования ресурсов. Вот. Потому, если говорить про суперкомпьютер, почему я про это специально как бы сделал некий упор, что в любом случае, если их нет, на них не замахиваться, через какое-то время будет другой запрос от граждан, которые скажут, что же вы в экстремальной ситуации нас не спасли и не обсчитали. Вот, и мы скажем, ну, суперкомпьютер был нужен, а мы не умеем с ним работать. Мы, может быть, все-таки вначале с ним научимся работать, вот, а потом спустимся на уровень ниже. Вот мой ответ. Можно еще один вопрос совсем там? Или я кому-то мешаю? Вот, скажем, защитные сооружения в Петербурге, они строились из-за прогноза того, что катастрофические наводнения с частотой раз в сутки. Вы почему-то упомянули в 1000 лет. Да, 10 тысяч лет. Или даже 10 тысяч лет. Вы знаете, потом... Смотря что называют катастрофическим, у нас стандартная... Катастрофическая по географической классификации может быть раз в 100 лет. Но это как бы не зависит от строительства сооружения, это зависит от природы. Я о том, что та надежность, которая заложена в систему, она такая, которую я вам назвал. Потому что это, извините, просто техническое задание на систему. Но это нужно кому-то? Ну, город-то плохо утопить. Ну, за 10 тысяч лет ничего страшного. Главное, чтобы на ваш... А вопрос другой, понимаете? Вот, коллеги, вот это вот известная логика расчетов, раз в 100 лет, в 10 тысяч лет, она пошла не от прогнозистов, не от того, что это будет завтра или послезавтра, или ровно через 10 тысяч лет того, как я это сказал. Она пошла на самом деле от страховщиков, потому что это некая контрольная цифра, на которую закладываются при проектировании. И вот дело в том, что мы действительно не знаем, какая она будет. Но вот раз в 100 лет вообще на самом деле характеристика. Это характеристика для буровой платформы. Два раз в 25 лет для судна морского. Ну извините, ну явно раз в 100 лет все-таки у нашего комплекса быть не может.
10 тысяч лет мы считали. И характеристики мы считали, и входные данные для них, вот, и уровень, и волнение, и нагрузки на затворы, вот, и соответственно вероятностям заложенных. Только что какие-то страховые фирмы на такой срок страхуют? Нет, это не страховка. Это на самом деле... То есть кому это нужно? Извините, что это... Вы имеете в виду надежность? Нет, кому нужна была ваша работа? Вы же деньги получили за это. Да. А кому нужно? Вам, как гражданину, нужна? Вы же, ну, вот 10 наводнений было с момента внедрения в 2011 году. Наша система работает, предотвратила все. Так это без вашей работы. Почему без нашей работы? Ну как без нашей работы, если мы ее делали? Может, она недорогая? Нет, серьезно. Тогда интересно, сколько стоит? А это мы с вами отдельно поговорим. Сколько стоит? По крайней мере, мы до сих пор сопровождаем систему поддержки принятия решений по предотвращению наводнений в Петербурге регулярно. Вот. Это наш контент. У меня вопрос был про экспертов, про которых мы постоянно делали фокус, да? Да, говорят, что они сюда сценарий. С другой стороны, удивило количество моделей, которых вы делали, и которых делали не вы, допустим, а в команде. Какие голландцы? Это мы делали. Данные голландские модели мы делали. Тут мы чужого ничего не делали. Да. Чуть-чуть чужое не показываю. Да, вопрос стоит в том, как вы играете эксперты. То есть я понял, одновременно это эти магистры и аспиранты ваши. Да, помимо. С другой стороны, то есть явно, что здесь требуются люди, которые там могут построить, которые знакомы с областью не один на 50 лет. Вот вопрос, как строятся отношения с ними. Магистры и аспиранты у нас — это те люди, которые работают в нашей области, которые у нас пишут программы, разрабатывают численные методы с нами и с более старшими товарищами. А вот эксперты – это вы, уважаемые коллеги. Вот. Вот мы с вами запустим проект, придем к вам, вот, и вы нам будете ставить сценарий вместе с нами. Будем говорить, наша моделька может вот это. Как нам вот определить по вот этот параметр? Вы скажете, да что вы вообще, этот параметр никто не определяет, такого не бывает, он никому никогда не известен. А вот если бы вы могли вот это, и пойдем мы думать, как выразить вот этот параметр через тот в нашей модели, для того, чтобы вы были удовлетворены. Вот так совместно итерациями это и строится. Когда решалась проблема тем самым комплексом защитных сооружений, мы начинали работу, собственно, с экспертами из кинографического института, из кафедры океанологии Государственного университета, собственно, с комплексом защитных сооружений, самим, с директором комплекса защитных сооружений, который здесь уже, сказать, определенный опыт тоже имела. Вот. Так что только таким образом совместных проектов, на приоритетах начала. Чехотриста Лена, СБГУ, Институт философии. У меня такой вопрос. А не могли бы вы побольше рассказать о лингвистическом потенциале моделирования? То есть, если я правильно поняла, изначально закладывается сценарий эксперта, и потом умение будет уточняться, и как бы наглядно красиво показывается. Но насколько это отличается от того, что если собрать, к примеру, алфавит таких хороших, что 10 экспертов, взять просто статистические данные, тогда нужно прикинуть бумажку. Вот что дает моделирование в плане лингвистического потенциала? Могут ли быть некие результаты, которые мы вообще не предполагали, и все эти эксперты будут удивлены? Вот такой вашей практике встречалось? Да, такое в нашей практике встречалось. Я когда говорил про сценарии экспертов, я имел в виду немножко не это. Эксперт закладывает сценарий расчетный. То есть какой, например? Вот мы делаем прогноз погоды. Мы считаем, что вот за время прогноза погоды, вот там, за трое суток вперед, атомный взрыв и извержение вулкана нигде не произойдет. Я утрирую сейчас почти что. То есть это сценарий. Эксперт говорит, что эти условия сохраняются. Можно считать дальше прогноз. Эксперт не говорит, что мы считаем прогноз и должно выйти там плюс 10 градусов на третий день. Вот. У нас сценарии экспертные, они такие. Это не то, что должно получиться. Получается то, что получается. Эксперт не всегда может предугадать. А что касается, как бы, случаев, когда эксперты могут предугадать, что будет, вы знаете, моделирование, если мы говорим про то, что модель – это виртуальный образ системы в компьютере, она может дать не только некие интегральные характеристики, которые эксперту легко предугадать, а общее видение ситуации. Вот мы, например, рисуем вам, Ярослав, пожалуйста, все там, загрузки там, в любом месте, там, сколько людей, где находятся, как они подбегают. И часто бывает, что на основе вот этой вот модели, можно, моделирования, можно считать гораздо больше других вещей. Вот.
связанных с этим процессом, чем на основе неких экспертных представлений. Вот эксперт скажет, да, ну будет там плотность населения, там на народу примерно там 2,5 человека на, не знаю, квадратный метр, я утрирую опять же. А модель скажет, да, только будет 2,5, но вот здесь вот в углу вообще никого не будет свободно, а вот там вот они будут давиться. Давайте-ка мы здесь как бы сюда их переместим, а где они давятся, дверь откроем. Вот, это мой ответ. Я вижу, вы не сотворены. Вопрос, касающийся не столько моделирования каких-то существующих систем, да, а разработки новых технологий, потому что вот уже упомянулся вопрос о дамбе и, в общем, в связи с ним я вспомнила такой интереснейший пример в Соединенных Штатах, где перестали строить ядерные реакторы там, с 60-х годов, реально потому, что никто не берется их застраховать. Да? То есть тут система страховки, определенная как бы статистический механизм, сильно влияет на развитие самих технологий. Параллельно с этой историей вспомнился еще такой социолог, очень известный, который пытался, ну вот, конечно, не сложными, не математическими и не компьютерными моделями, а, так сказать, очень простыми социальными моделями определить различные технологии, да, которые он разбил. Он разбил все технологии на, в общем, такой комплекс из 4 квадрантов существующих. Линейные, сложные. И как, вот я не знаю, как перевести с английского loosely coupled и tightly coupled. Я тоже не знаю. Вот. Поэтому примем их как допущение и будем надеяться, что все присутствующие понимают, о чем идет речь. И, в общем, исходя из этого, он разработал определенную модель технологий, которые нельзя никогда строить. Что можно строить? Можно строить все системы, которые линейные и tightly coupled, потому что мы понимаем их поведение. Да? То есть, если, например, там перестал работать какой-то автобус, но мы понимаем линейность всей системы транспорта, и, в общем, мы можем ее быстренько заменить и исправить. Мы можем строить вещи, которые complex, сложные, но loosely coupled, потому что взаимодействие между различными компонентами, в принципе, никаких критических проблем не создадут. Да? Ну, то есть, там какие-то точечные проблемы возникнут, но, в принципе, технология, она, в общем, катастрофических последствий не имеет. Но вот что нельзя никогда делать в его концепции, его зовут Чарльз Перро, это не Шарль Перро, это немножко другой человек, что никогда нельзя делать, устроить системы, которые complex и при этом tightly coupled, да, сложные и tightly coupled, где разные компоненты, они как-то очень близко в взаимодействии, но мы не совсем понимаем, как они работают. Вот ядерные технологии он относил именно к такого рода проблемам. А не кажется ли вам, что потенциально суперкомпьютеры и управление городским пространством с помощью вот таких сложных моделей, которые, если что-то ломается, идет поломка в системе, мы даже не понимаем, куда смотреть, относятся именно к таким системам, против которых нас пытался, по крайней мере, от которых нас пытался отговорить вот этот Чарльз Перро? Вы совершенно правы. Я думаю, что это действительно так. Однако, есть беда в том, что мы вначале построили уже технологию-то вообще-то, потому что мы уже построили вот эти города и организовали нашу жизнь так, что мы сами оказались во власти этого. И потому то, что сейчас пытаемся исследовать и делать какие-то системы управления, это лишь ответ на то, что получилось. Если можно было как с примером с атомными станциями, то есть срочно сняться с места и разойтись по деревням, наверное, это было бы решением. Но вот сейчас это просто крик души, приходится как-то справляться. Если мы сведем все управление к таким сложным системам, не увеличивает ли это определенный уровень риска? Есть еще один момент. Вот я не понимаю, хотя использую слово управление, но вместе с этим постоянно говорю поддержка принятия решения. Вот, опять же, та же система предотвращения наводнений в Петербурге. Хотя далеко не самая сложная система, это план открыл-закрыл. Вроде бы тут и город-то сильно не задействован, но даже в этой системе решение принимается не, так сказать, не человеком, принимается группой, которая может вынести решение, противоречие тому, что сказала система, потому что у них, естественно, и другие факты, они все это сводят, есть, так сказать, специальные, так сказать, средства для коллаборативной работы этих людей. И на самом деле, если говорить про город, город это примерно то же самое, только вот эта вот коллаборация уже разных специалистов, экспертов, она на разных уровнях,
и по вертикали, и по горизонтали, и все равно окончательное решение утверждают, принимают и реализуют люди. А мы лишь даем то мясо, на основе которого можно его сделать. Упаси Бог, делать автоматическую систему управления такого уровня. Ну вот на уровне там дверей автобуса, это пожалуйста, это вот там пусть закрывает, открывает. А вот городом это уж извините. Сейчас мы вернемся к вопросу. Я хочу у скучавших наших коллег-практиков спросить. Вы видите, возможность применения суперкомпьютерных технологий в своей сфере? Лена Георгиевна, давайте с вас начнем, потому что про транспортные моменты говорили очень много. Скажите, что вы слушаете, или планируете? Я суперкомпьютер. Ну, во-первых, я транспортный модельер, я понимаю всю свою работу. Микрофон, если можно включить, пожалуйста. Транспортное моделирование, я занимаюсь всю свою взрослую жизнь. Я пыталась сосчитать, но уже несколько десятков макромоделей городов сделано. Это совершенно точно. Микромодели – это игрушки для демонстрации генералам. Они любят, когда машинки ездят, все равно приходят, нормальные инженеры все посчитать сможет. Кроме городских, были и большие модели, типа там транспортный коридор Европы-Западной Китая, финской границы до Оренбурга, границы с Казахстаном. На той неделе деньги наконец прислали за модель прогноза пассажиропотоков на Москве и Казани. То есть это действительно практические задачи, нужные для проектирования, для инженерных решений, от которых много зависит. Совершенно верно. И мы, кстати, значит, начали и кончили, и коллеги задавали вопросы, есть проблема данных. И, в общем-то, с таким образом я понимаю, откуда их можно взять, насколько они достоверны, что с ними делать, каких не хватает и так далее. Но момент, который вас совершенно не прозвучал, не было этого слова. В транспортных моделях важны не так данные, которые действительно, я думаю, очень скоро мы будем получать у мобильных операторов, уже договоренности есть, как проблема поведения. Вот он едет вот отсюда сюда, оттуда туда едут столько-то. Зачем они едут? Почему они едут, так? Почему они выбрали там автомобиль, либо автобус, либо метро? Вот эти, как их поведение понять и описать, алгоритмизированы. Вот это вот проблема гораздо более серьезная и более интересная. О том же в Москве и Казани может ли он, кто там только ездить не будет, с какими только целями. Только вот на работу в Москву как минимум 5 разных групп будут ездить с разными целями, с разными поведениями, с разной частотой, которые по-разному будут реагировать на всякие раздражители. Изменение расписания, изменение времени, изменение тарифов и так далее. И все это надо понимать. А кроме денег и времени есть еще и удобство, и комфорт, и удобство, надежность транспорта, удобство расписания. Чего только нет. Все вот это уметь описывать. Вот это гораздо более интересная и важная задача. И тут вот вопросов действительно много. Еще один важный момент, а можно ли верить? Потому что оно, конечно, хорошо сделать кучу сценариев, очень хорошо, только, знаете, во все это деньги вкладываются. Я очень хорошо помню, как мы рассчитали 92 сценария за 2 недели. Для того, чтобы доказать представителям Олимпийского комитета, что вот тут вот дорогу строить не надо, что ее строительство приведет к сокращению, сокращению возможных затрат времени всего на 7 минут. И то в том случае, если сойдет лавина, там вот в Красной Поляне. Вот пока мы все это не сосчитали и не разложили все, значит, МОК настаивал на то, что давайте вот тут тоже гора еще дороже на Москву. Приходится не только самим верить, приходится доказывать. 2 февраля у меня были эксперты из Франции, которые смотрели наши расчеты. Почему? Потому что инвестировали деньги на
считали в свое время как? Мы считали в свое время в потоке на ЦСД, а до 2008 года, как вы помните, французские инвесторы и итальянские были очень заинтересованы в этом проекте. И когда дело доходит до конкретной реализации проекта, приезжают эксперты мирового уровня, которым приходится доказывать, что то, что ты посчитал, это правда. А посчитать надо не на сегодня и не на завтра, а вот на перспективу 20 лет для дорожных, 30 лет для мостовых сооружений, 35 лет для железных дорог и так далее. Это реальные деньги, это какой будет строить вокзал, сколько, какой длины будут платформы, сколько нам придется покупать вагонов и поездов и рейсов. То есть цена вопроса идет на миллиарды. И это все приходится доказывать очень серьезно. Сразу стало не раз приходилось, чтобы все равно спробовать как-то. Ну, а теперь о суперкомпьютерах. А можем перед этим уточнение одно небольшое? Вы как разработчик берете на себя какие-то риски за неправильно созданную модель или ошибки в модели? Вам все вкладывается в эти? Я просто не позову в следующий раз, не потеряю. Ну, вот, например, за СД вы как-то прорабатывали, сейчас прижалось на полке. Ну, вы ожидаете, что они ожидаете? Там проблема на съезде, проблема на пункте сбора платного говорителя. Мы делаем два раза больше, либо делать уже тогда бесконтактный сбор. Проверим. Место ниже. Ваши информации уникальны, потому что вы можете выяснить ваши 20-летние давности оценки через 20 лет. Вы знаете, с кадром мы попали вот так. Нам говорили, тетки, вы что, дуры? 100 тысяч в сутки? Да такой среднегодовой суточный поток, да не будет, да никогда. У нас здесь на 10-й год, вот мы четко на 10-й год на мосту вот этот поток. В том-то и дело, что мы можем проверить его. Хотя тогда у нас модель города была достаточно слабенькая. Но достаточно. А? Но оказалось достаточно. Да, попали. Эксперт прекрасен, когда он знает тяжесть ошибок. Да. Попали? Ошибки попали? Крупных не было. 20 лет забывали. Ну не везде проверяют. Не везде 20 прошло. Потом очень часто ситуация меняется. Ну, смотрите, вот тоже, это вот самое важное. Да, с градостроительным развитием. Угу. Вот смотрите, те же намного на Васильевском. Сколько они сюда закладывали, сейчас в два раза отрезали, слава богу. Вот. Теперь вопрос ваш по суперкомпьютеру. Ни разу ничего особенного не было нужно. Значит, нужно было 35 лет назад, когда мы вырубали весь институтский вычислительный центр для того, чтобы посчитать координацию на сети, режим координации с работы светофора на сети из 50 перекрестков. Вот тогда было нужно. Сейчас вы понимаете, эти все задачи плановые. Какого-нибудь сумасшедшего вот такого вот, все равно модель это действительно, она не дает ответа, она дает совет. Пока она считается, там эти 5-7 минуточек, даже для большого, ну, найдете чем заняться, и о чем подумать, и так далее. То есть вот потребности в каких-то суперкомпьютерах в моем опыте ни разу не было, и думаю, не будет. Сейчас, видите, девочки, у меня на немецкой модели считают, она просто сделала это плохо. А если бы она реально была написана как хорошим грамотным программистом, там суперкомпьютер, вы макромодель имеете в виду? Да, макро, не макромодель. А микромодели, они, я же сказала, для кого они, можно вот такое кино показать, и не более. Ну, это смотри, какие задачи ставятся. Ну, да, наверное, там для всяких транспортно-пересадочных узлов вокзалов, да. Там, чтобы не заводить какую-нибудь там. Не заводите какой-нибудь свет, да. Развязки, например, такие вещи. Да. Ну вот как-то получается, что не такими объектами. Понятно. Спасибо.
Москве нечто похожее применялось. Ну, сколько это? Ну, десятилетия. Нет, но в разнице данных сотовых операторов, да, это основание, да, через профайл, вычисляли тоже не будут, да, как они вращаться, вот, банк, это было все. Я думаю, что, в принципе, это при нормальном стечении, конечно, это может стать очень массовым явлением для малого бизнеса, для среднего, потому что потребительская мотивация, да, там, все это можно моделировать, да, рассчитывать. Правда в том, что нет данных, и действительно нет, они не появляются, да, ну, нет, соответственно, начинателей, если бы у вас не было кризиса, может быть, что-то как-то было бы лучше сейчас все разработано, показано, все начинается. А так, если что-то разработаете, отвечаете, понятно, применимо на коллеге, и будем это использовать. Нет, мы с таким оператором уже договорились. Главное начать. Ну, замечательно, я хочу приветствовать коллег, с которыми мы встречаемся в первый раз. Хочу сказать большое спасибо Александру за очень хорошую подачу материала, за прокомментирование. В прошлой нашей встрече хочу немножко по-другому поставить вопрос. Все, что мы делали, и мне очень радует, потому что все, что мы делаем с коллегами, приводит к тому, что идет позитивное движение в понимании ситуации в городе, в стране. Да? Если в прошлый раз встречались, это было, наверное, 5-6 назад, мы говорили о том, что город нас не слышит, практически нас никто не понимает, и никто даже не хочет думать о тех проблемах, которые есть у города. Нет выездов, нет въездов, нет съездов, территории не развиваются. Сегодня, слава богу, я не знаю, как меня поправят, наш главный архитектор прямым образом, слава богу, изменил ситуацию и поставил в этот момент, я просто живой свидетель этого процесса, на том, что территории должны развиваться планово, на том, что должно быть сначала осознание того, чего мы будем строить, а потом не должны строить. Слава богу, наши крики в пустыне оказались не в пустыне. Я этому был безумно рад, да, но это здорово, это значит, что мы живем из-за этого. По поводу суперкомпьютера, знаете, все здорово, Александр, у меня такой не то что вопрос, а вот все время, когда я вас слушал, у меня был такой, а кто заказчик? Кто заказчик всего этого? У каждого движения и у того, что происходит в нашей жизни, есть заказчик, да? Мы все трое практики, да, с казаками, мы тоже на самом деле, если вы слышите, суперкомпьютер — это здорово, но без человеческого мозга, без того, что у тебя нет образования по учебникам, создания в голове какого-то образа, которому мы идем, вот без этого образа компьютер, мне кажется, кусок железа. Вот это говорит о том, что ваш опыт подсказывает, что это так. Можно собирать сколько угодно, да, но там железяки все крутить туда-сюда. А человек смотрит и говорит, нет, это не так. Ну, быстро, я у вас тут не хватает. Сказать, я хочу посмотреть, показывают, что это так. Вот в голове есть, вы идете. Компьютер, к радости, к сожалению, такая штука без души, у него глаза нет. Даже мы говорим еще одну часть своего рассказа, своего доклада и лекции. Вы говорите о том, что вы собираете экспертов, которые дают вам направление мысли для построения модели. Все равно, ну, с моей точки зрения, должен быть образ единый. Да? Вот как у каждого проекта, первый это проект. Значит, это говорит о том, что есть проект. Этого проекта есть руководитель. Да. Любое действие, которое вы делаете, вы что-то считаете, это проект. Да? У этого проекта должен быть образ, куда вы идете, к чему вы стремитесь. Да? Вот, слушая, что вы рассказываете, не вижу направления. С моей точки зрения, направление
потому что город должен быть хозяин, который не дает городу развиваться так, чтобы потом надо было, есть какая-то фигня, я забыл, как она называется, ставят руку на одну точку, потом ногу на другую точку, и можно так себя разрубить, что потом вообще не развязаться. Вот это сиди этим путем, а потом искать, как из этой головоломки вообще каким-то образом выскочить, тогда нужно не суперкомпьютер, а суперкомпьютер. Если есть политическая воля, сначала думать, потом делать, то наши задачи упрощаются, а вот с точки зрения, я вот вам скажу, своего скорбитного, я консервировал дару, считаю, что дело полезное. Вот в таких вещах, наверное, совершенно четко. Даже там вот эта коллегия, которую сказали, принимающие решение, она может быть там, с точки зрения финансов, например, с точки зрения открывать, не открывать заслоны, согласен с вами, что это кажется. Он видит, что происходит, он может анализировать ситуацию в таком количестве параметров, которым человеческие возможности для нас влияют. С точки зрения, еще раз, моделирования природных явлений, наверное, да. С точки зрения моделирования образа, можно отреагировать на это, на такой пессимистический? Давайте представитесь и зададите вопрос. Да, извините, Сергей Валерьевич. Дело в том, что вы уже ездили так оборудованы, что люди здесь упомянули уже слово маркетинг, а с другой стороны понятно, что представитель бюджета выступает. Так самым таким показателем было бы, так сказать, описание некий бизнес-модели. Например, если бизнес заказывает, то тут уже не стоит говорить о какой-то ангажированности, коррупированности и так далее. Вот, существует ли? И если доказывает, то как строить свое человеческое задание? Коллеги, на самом деле я могу сказать так, что вот в таком комплексе моделей, собранных, вот сказать сразу, это само собой, это не только бизнес не заказывает, это даже представлено так, чтобы бизнес никогда это не заказал. То есть я вам представлял сейчас так, как научные измышления. И на самом-то деле, по поводу научных измышлений, вот хотелось бы такой анекдот рассказать, уж простите, перейдем на анекдоты. Вот, в застойные годы приходит простой советский человек в магазин, и вдруг видит, стоят ценники. Там говядинка, там 2,20, свинина бескостная, 2,40, там, в общем, и там 10 сортов мяса. Ну как-то он так удивился, и вроде все продавцы улыбчивые, вот прилавки блестят, все здорово, там нигде и вроде не спецраспределитель. Ну, подходит так бочком и говорит, ну, говорит, заверните мне, пожалуйста, килограммчик говядинки. Продавец, улыбаясь, расстилает белоснежный лист бумаги, говорит, ну, давайте вашу говядинку. Вот, вот то, что я вам рассказывал, очень созвучно с этим анекдотом. Почему? Потому что сейчас, вот, опять же, как мы должны сказать, предсказательное моделирование, то есть что, какие вещи могут делать технологии моделирования. Что касается того, как адаптировать их бизнес-процессам, вот это, уважаемые коллеги, нам нужно делать вместе с вами. Что касается заказчиков, которые уже есть сейчас, например, вещи, связанные с то, что все я показывал с болячками, это Минздрав и его структуры. Вот. Ну, понятно, что там задачи специфически не связаны с безопасностью, а безопасность, она, вы понимаете, как бы финансируется все-таки государством. Задачи, связанные с движением людей, как ни странно, здесь у нас заказчиков по России пока нет, но они у нас есть за границей, в частности, в Голландии и в Индии. Вот. Что касается дамбы, ну тут и так все было сказано. Но опять же, это проект, я могу сказать, что все-таки это не бизнес. Вот, открыто и честно. Это не бизнес. Значит, крупные корпорации вначале. Вам нужно прийти и заказать. Да. И мы вам еще много чего покажем красивенького. Вот. Уже. Коллеги, еще вопрос, комментарий? Маленький комментарий. Да, конечно. Дело в том, что мы подошли с разными замечаниями к очень любопытному явлению. Когда речь заходит о предсказаниях, то, по сути дела, мы попадаем в зону и в социальной области, и в природной, в зону, когда тот или иной проект или иное явление должно быть смоделировано на выживание.
И вот это самое сложное, потому что примеры, связанные с совершенствованием изменений ситуации с транспортом в Ленинградской области, приводят к тому, что в 1982 году это опубликовано. Сейчас небольшая группа из 40 человек, инициативный Андрей Николаевич Алексеев, устроил прогноз, когда изменится советская власть, когда она рухнет. Но срок мы ошиблись. Мы ожидали это только к концу века, а получилось через 8 лет. Андрей Николаевич пытались слух, уже другие времена. Вот. Слух о прогнозе прошел, тоже до времена уже мирные, никого не съели. Но при этом речь шла именно о терминах взаимодействия социальных групп. Меня очень интересует в вашем подходе то, что, наверное, вы скоро выйдете на современное представление о меняющихся популяциях, как агентах того, кто действует. Самое сложное сейчас – это то, что люди объединяются по разным основаниям. Например, заявление о том, что у нас исчезает партийная система, как бессмысленная во всем мире. Заключается в том, что устойчивых долговременных союзов больше, чем продолжительной жизни человека, похоже, уже не будет никогда. Политически, я, конечно, понимаю, что я влезаю немножко в другую область. Это общее общественное соображение. То же самое в городе. Мы наблюдаем такие комбинации новых интересов, которые ломают наши представления о очень недавних вещах. Вот перемещение людей по непосредственно Васильевскому острову, показывает, что это заработали на этом непосредственно. И модели поведения людей, именно поведенческие, они вытекают из множества интересов. И переломы эти самые сложные. Но прогнозы более длительные явления, это именно выживание. В его эволюционном понимании, не в физическом, а в эволюционном, какая система. Вот если удалось подняться сейчас с помощью, а это описывается прогнозами поведения групп, которые, когда человек спит, просто представляет группу, как ему кажется, он будет себя вести. И ни одной никакой воли единой, к сожалению, не получается. По отдельному проекту это возможно. Но по крупным проектам, к сожалению, никакая воля окажется не способна, если она встретит новую комбинацию сопротивлений. И вот это, наверное, самое любопытное, что иногда позволяет нам интересно, вот мне, по крайней мере, интересоваться, кроме механизма, что от вас к нам возвращаются магистранты, которые вас отвечали бакалавриат хорошего и интересного качества, кончившие по урбанистике у вас недавно, ушли из менеджмента, стали урбанистами, теперь вы там преподавать. Это для нас говорит, что коллектив работает на этом уровне, и было бы очень интересно действительно объединить некоторые усилия. И, по крайней мере, задавать другие вопросы. И может быть чаще, чем вот так один раз, спасибо громадное, контексту, что он позволяет такие вещи задумывать. Спасибо. А если ты спрашиваешь, еще есть как сделать так, чтобы все вдохновились, по одной причине, что я не вижу причин для расстройства. Дело в том, что компьютер, супер он или не супер, это уже было сказано про то, что это железяка. Если модель у нас тяжелая, а когда мы переходим с уровня макропараметров, значит, на уровень микропараметров и доходим до индивидуума, у нас всегда тяжелые модели. Города большие, модели тяжелые, все равно деваться некуда. Сейчас, через какое-то время, вот многие персоналки сейчас, как суперкомпьютеры прошлого, работают, все равно к этому делу так или иначе люди придут. Потому говорить о том, что нужно или не нужно учиться работать с техническими устройствами, мне кажется, что здесь вопрос не требует такого уж одобрения и признания. Что касается моделей, то здесь, наверное, тоже, я бы сказал, что все равно модель – это порождение усилий двух категорий людей, как минимум двух.
Это эксперты предметной области и тех, которые специалисты в области, собственно, моделирования, которые могут перевожить это на математический язык, а дальше уже на исполнимую форму. И в этой ситуации мы можем решить данную задачу только вдвоем. Вместе, без установления какой-то экстраподчиненности, что там, вот мы главные, а вы второстепенные или наоборот, это лишнее. Это все решается только на равных началах. Посему, коллеги, надеюсь, что это тоже будет воспринято. Спасибо вам за внимание и поддержку.